Сейчас вы узнаете, как выбрать учителя по гитаре. Учитель должен обладать профессиональным образованием. То есть он должен окончить музыкальное учебное заведение по классу гитары, музыкальный колледж, консерваторию или музыкальный институт. Учиться у самоучек не стоит, потому что они не смогут дать вам необходимых знаний. Учеба у друзей тоже вам сильно не поможет, потому что друзья не обладают педагогическими и психологическими навыками, чтобы правильно донести до вас информацию. Ролики на YouTube не смогут дать вам полноты знаний. Вы не сможете овладеть правильной техникой, только лишь обучаясь по роликам из YouTube. И, конечно, учитель по гитаре сам должен быть популярным человеком. То есть учиться нужно у того, кто добился успеха в своей области.